Давай, давай, шевели, шевели, он сейчас все равно заглотит. Давай, давай, он сейчас все равно возьмет. Видишь, он распушился. Давай, давай, давай. Ну, окунь вообще пассивный. Вообще не берет нифига толком. Все. Все, убежал. Ты что-то испугался. Не, он сейчас развернется, сейчас все равно возьмет. В общем, на камеру не хочет рыба брать. Ни в какую. Слушай, ну да, хотя бы где есть, не рыбачить. Рыбы на самом деле вообще полно. Потому что если бы еще и этого не видел бы, было бы вообще вообще-то да. Скучно было бы. А так вот уговариваем каждую рыбку. Во-во-во, опять же. Поймали меня. Чуть 15, наверное, поймали. Ну-ка, хватит, а мусор не ваш. А там и на этом стоит, по-моему. Одного папика я поймал. Большого. А я только был один. Кто обувился? Я. Давай, он пошел на атаку ты. Он вернулся сейчас. Давай. Нет, есть. Нет. Папа, ну как так? Мимо что ли? А? Нет, он заглотил. Я он заглотил вообще нормально. Ты его не проткнул. Это надо было резче сниматься. Вот он стоит, ждет. Давай, 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 давай. Он ждет прям. Он сейчас у этого Вована возьмет. А я тоже там вон вдалеке. Пытающий. Давай, есть. Давай, он тебя прям ждет. Есть. Ах ты. Ушел, а. Да он заглотил, ты видел его? Да. Папа. Я тебе не мешаю его никогда. Да ты там на всю лунку. Разместился. Фига не муть создали, да, жесткую? Короче, все. Это холодно уже. Кирюха принимает решение. Че, Димас, говоришь? Холодно уже, блядь. Холодно? Че, закрыть палатку? Ну. Сейчас закрою. Да хорош ты снимай. Ладно, давайте. Не хватает швы всем. Рыба есть, просто не клюет. Надо уметь просто ловить ее.